Здравствуй, дорогой зритель. Продолжаем играть в Stellaris на сложности Gross Admiral в режиме RMN. За потерянную колонию землян в последних сериях мы восстанавливаем экономику после того, как Крис нас чуть не сожрал. Вот. И я еще пытаюсь бороться с пиратством. Пока безуспешно на самом деле, потому что вот здесь вообще не удается сбить уровень пиратства. Хотя стоит флот тут. Сбили, да, максимум. Тут сбили. То есть тут где-то я еще поставил новую станцию. И все равно у нее хоть и построились модули, все равно не сбивается. Что-то с этим пиратством не так. Я же не могу по всей линии держать кучу флотов. Ну, то есть мне лимиты пока позволяют, мне ресурсы пока не позволяют. Поэтому в этой серии будем продолжать вот эту свою колонию отрабатывать. Врата вот, кстати, открылись в прошлой серии. Я смотрю, они уже беленькие, уже, значит, через них можно летать. Куда нам только летать через них? У нас вот тут, а вон те. А, нужно, значит, еще что-то построить. Ну ладно, есть и есть. Значит, в этой серии что? Будем дальше гнобить пиратов, чтобы выцепить весь торговый лимит, который у нас есть. Будем дальше гнобить пернатых, переселять их на опустошенный мир, который они же сами опустошили, взорвав нашу приличную планету добывающую. Всех их будем переселять сюда, развивать ее. Ну и копить ресы, копить флот. Тут у нас идет против Багракса шпионаж, который набирает обороты, пока не отваливается. Вот, и еще нам нужны редкие кристаллы и прочие редкие минералы, чтобы наши здания работали. Так что этим и займемся. Погнали! Так, ну а вот, кстати, пиратство. А, здесь убилось. Здесь не убивается. Вот перерасход исследования можно сразу забрать. Возьмем шифровку плюс 2. Поможем нашим шпионам. Здоровье крейсер тоже поднимем. Так, что там на Стармаге? Полиция не готова. А, все, радикальные элементы на планете Крукакун усмирены, и рабы вернулись туда, где им самое место. Это вон там, на нашем островке свободы, который вот здесь вот. Да, у нас тут и военное положение, и борьба с преступностью дикая. И сейчас закончится полицейский участок, и я думаю, что мы там победим уже преступность. Сейчас то же самое мы делаем. Вот здесь строим полицейские участки. Да, уже построены. Ну, можно сразу заапгрейдить. Наши оперативники доставили на территорию государства Багракс оружие и корабли, происхождение которых невозможно отследить. Ну что, начинаем тогда каперов. Вооруженные каперы расположились в системе Куэнус и тотчас же начали атаковать линии снабжения. Наши аналитики считают, что государство в ближайшее время направит силы на борьбу. Так, Куэнус. Я хочу просто каперов. Я хочу увидеть, сколько конкретно дает каперов эта штука. Вот. 9100. Потому что когда я в одном прохождении запускал, которое я проиграл, там в 100 лет меня разобрали, я этих каперов запустил, но не увидел. 9000. Ну, кстати, не слабый флот получается. За 2,5 штуки. Понятно, что тут дофига флота у противника. Ну, как у противника, у соседа нашего. Поэтому он, конечно, справится. Но где-то в начале игры такой флот — это серьезная. Серьезная проблема. Другой вопрос, что в начале игры столько шпионажа надо успеть прокачать еще. Скорость атаки. Ну, начинаются уже технологии, которые просто один за одним, поэтому возьмем ремесленников. И кристаллы надо размножать еще. А еще здесь надо включить роботов и генные фабрики.
Пригоним сейчас сюда еще 7 корветов. Уж я не знаю, насколько это поможет, конечно. О, Джиггернаут появился. Опять на выбор вместимость флотилии и вместимость флота. Так, не до того лимита дофига, далеко. Возьмем на флотилию, сейчас свой единственный флот еще увеличим. А их отправим вон сюда. Хотя сюда уже не надо, тут они все-таки нет, растет, значит надо еще. А еще я, наверное, могу начать строить, да, среду обитания. Блин, вон туда тогда, в столицу, построим там ее. В своем тупичке, в который никто не должен влазить. Хотя там рядом врата. Тогда вон в тот тупичок лучше полетим. Туда точно никто не залезет, и мы там начнем застраивать вот из того угла. Сюда, сюда, сюда. Здесь где-нибудь сейчас станцию внедрим. Вот тут. Чтобы она охраняла проход к этим, к нашим хабитатам. Жесть, какая-то торговля. Ну, дохленькая, на самом деле, торговля там. Все, тут уже девать их некуда, этих пернатых. Но переселяем их тогда снова на Стармак. Преступник, нифига себе, он работает преступником. Ничего себе. Пираты появились у соседа у нашего. Так, а у нас кончились минералы опять. А вот, кстати, тут перерасход технологии. Забираем ее сразу. Шифровки, шифровки. Ну и все, эти каперы уже уничтожены, а тут как было, были полчища какие-то по 1000, по 1700. В общем, не знаю по поводу этого всего шпионажа. Такая себе затея. Еще было, кроме каперов, появлялась еще какая-то одна штукенция, но сейчас ее нет. И как бы эти одолжения по пятерочке дают всего там, а там могут не хотеть на соглашение 70, да, то есть тоже фигня. Активы для того, чтобы улучшать спящие ячейки, чтобы потом вернуться, ну, как-то эти технологии воровать еще более-менее. А каперы, в общем, шпионаж ни о чем особо. От послов больше пользы. Административного лимита достаточно. 4, думаю, поставить городских района, чтобы открыть все клетки. И запустить еще одну гидропонную ферму. Это же у нас аграрный мир. Все, прилетел наш корабль. Сейчас можно запустить
Ой, хабитаты, как это по-русски-то, ё-моё. Системный столичный комплекс изучим. А тут начнем постройку. 150 на 1500. Ну давай начнем. Так, сойдем. Там же нужно будет тыкнуть место какое-то. Ну, давай вот здесь. Если я этот мир совсем отдам автомату, весь сектор Юниф-1, будет ли он справляться? Вот в чем вопрос. Добыча. Здесь есть добыча, добывающий, аграрный. Аграрный. Да, все на добычу. Фигачьте. Я его, наверное, могу закрыть. Вон, сейчас я послежу за ним. Будут ли они сами там. Хотя он что-то кинулись строить сразу. Закрываем гармонию. Берем какой-нибудь бонус. Стать кризисом. Можно взять рожденных в пустоте. Если строить хабитаты, то это даст им плюс 2 ячейки. Сойдет. Так, ну и что ты там кинулся строить? Горнодобывающие районы. И тут городской район. Ладно, пусть строит городской район, чтобы доделать последнюю ячейку. Улучшено орбитальное поселение. Давай. Кампания по утилизации закончилась. Можно заново запустить. Они стоят всего штуку. И да, можно и опыт лидеров запустить за штуку. Жалко, что ли. Экзотические газы. Наконец-то могу воткнуть Министерство производства для плюс 15. Так, нет, не могу. Я вспомнил, почему я его не делал. Потому что оно для металлургов. Это не для этого мира. Получил я очки неиспользованных гражданских моделей. Но что с ними делать, я без понятия. Вот их две гражданских модели. Реформирование 250, чтобы выбрать другую форму управления. Я не хочу выбирать другую форму управления, мне с этой нормально. Ладно, пусть висит, напиши в комментариях, что с этим можно сделать хорошего. Если я еще к тому моменту не закончу прохождение, потому что, конечно, монтаж сильно удлиняет процесс публикации видео, и я сильно вперед успеваю пройти, чем выложить, так что в любом случае напиши в следующих прохождениях, мне это наверняка пригодится. Так, что-то резко все окуклились. Адмирал, ученый.
Еще один адмирал. Кстати говоря, про адмирал. Я гнал сюда еще один флот, и пиратство они победили на пару. Я сейчас один отсюда выгоню. Вон туда. Тут опять начнется рост или нет? Так, ну и рисовались пираты где-то. Нифига себе, еще и на 2700. А, ладно, сейчас сделаем тут по-быстрому. Еще корветов. Нет, тут все равно растет. Да и тут начало расти. Блин, зараза, ломает там что-то. А, нельзя, значит, 7 маловато мне. Нужно побольше делать. Какой 5 мандат нарушен? Два городских района. По-моему, уже строятся у меня там городские районы во всем. Багракс нас оскорбляет. Выделывается, зараза. Усилим флоты. Так, и у нас тут еще плюс двадцатка, значит, еще и нужно добавить в этот флот кораблей. Можно один еще линкор. Например, сделать. Поехали гасить пиратов. И будем развивать сплавы. Построили мы среду обитания. Сейчас посмотрим, что с ней сделать. Хотя, я думаю, может быть, там лабами все застроить. Да и все. А сколько можно в одной системе их воткнуть? Можно еще одну? Да, вообще сколько угодно можно. Тогда нафига я в соседней стал делать? Я мог и тут начать. Ну, начну в двух. Показал, куда переходит. Не туда, куда я думал. Кстати, не хватает рабочих. Срочно еще рабов. Хотя они там тоже уже
Да, тут тоже уже недостаток рабочих, понятно. Ну, поставим тогда здесь генные клиники. Я вообще думал, что я рабами заселю этот мир, но не тут-то было. Ну, надо же. В лимит воткнулись ТМС-ки. И продавать-то их жалко. Плюс 2000. Ну не так уж дофига. Да тоже плюс 2000. Ладно, построим, потому что мне их просто жалко продавать. Сносим пиратскую базу. Все, базу уничтожили. Нейтронная броня. Либо добыча плюс 10%. Построю еще один строительный корабль, вон там вернусь, доделаю. И снова сейчас будем бороться с пиратами. Так, а там сколько? 109. Значит, возьмем вот этот на 130 и отправим вот сюда. Здесь 140, ё-моё, еще больше. Губернатор. Сплавы все равно уперлись. Так, ну что ж, тогда придется их продавать. А, надо перестать их покупать для начала. А начнем покупать экзотические газы. Новая традиция, даже я не знаю. Так, а что-то она выскочила, а теперь написано 2 месяца. Запретить торговлю разумными рабами. Ну, запретили, молодцы. А, не понял, готово или не готово? А, прилетели, но еще не готовы. Так, вот теперь готово. Космобазы. Торговая защита. Вот возьму вот эту штуку, чтобы моя торговая защита заработала. И еще я думаю, что из вот этих надо сделать тоже сектор научный. У них там есть лабы всякие. Плюс производство ресурсов от рабов. Возьмем такого тоже губернатора. Как раз там он сгодится. Так, он называется Фушурест. Потому что-то я утомился уже скакать по куче своих планет. Вот этот будет у нас наукой. Конечно, когда нам его отшибут, это станет печально. Но пока не отшибли, тут вон есть передовые научные комплексы.
пускай и развиваются. Ну и добывающая станция тоже. Почему она добывающая, правда? Научная пусть будет. Но я думаю, сейчас этот сам тут научник покопошится. Дуговой излучатель открыли. Возьмем развитие колоний. Так, и у нас лимиты наступили административные. Внезапно. А что, я тут не вижу эту станцию? А там была. А уже нету. Синяя такая электростанция, я увидел, и что-то куда-то она пропала. Линкоры, крейсера. Здоровье линкора. Берем здоровье линкора. Фиг знает, не вижу эту станцию. Ну ладно. Значит, что будем делать? Будем сейчас застраивать хабитатами тут все. Тем более, что уже по 6 клеточек они. И я думаю, на них будем в упор сейчас ставить научные лабы и сплавы. Сплавы и лабы. Больше нам ничего не нужно. В ТМС-ке упираются, еда упирается, деньги упираются. Минералов не так много, но особо уже ничего не строим, поэтому и минералов, можно сказать, что достаточно. Так что сплавы на большой флот. У нас этот флот дорос уже до максимума 23 тысячи. И есть еще кое-что поапгрейдить на нем. Вот. И еще таких, ну, один минимум, это будет 360, и еще будет почти сотка. То есть еще пару таких. И силы 60 идти давить вот этого парня. Сколько тут, блин, ну так сейчас не посчитаешь. 5, 15, 20, 30, 40, 50, 60. Ну, мне кажется, тут тысяч под 80. Тогда 60 нам не хватит, но у нас есть союзники. И начнем валить, потому что до конца игры осталось 100 лет. Нам нужно успеть кого-нибудь поджучить еще. Конечно, повезло, что нас не поджучили дважды. Но, тем не менее, где мы есть-то? На 11-м месте. В прошлом прохождении я дошел до 5-го, поэтому в этот раз нужно не хуже сделать. Хотя, конечно, в прошлом продолжении так не щемили. Но как есть, так и есть. Подписывайся на канал, нажимай колокольчик, чтобы не пропустить продолжение. Пиши комментарии, ставь лайки. Спасибо за просмотр и пока.